На Первом канале будущее прорывается в настоящее и меняет его, каждый раз поражая и восхищая всю страну. Это проект, где виртуальность смешивается с вдохновением и талантом и превращается в коктейль, от которого кружится голова. Фантастика начинается! Миранда порхает, как бабочка, жалит, как пчела. С каждым выступлением раскрывается с новой стороны. Поет душой, поэтому ее творчество доходит до самого сердца. Фея больше не летает в облаках, она идет прямо к цели. В прошлой передаче после моего выступления жюри, конечно, долго не могло отойти от того, что происходило на сцене. Я выложилась на все 100%. У меня мурашки от этого исполнения великолепного. У драконов у нас еще не летало, дамы и господа. Номер безумно красивый, с музыкой соответствует. Многие меня воспринимают как хрупкую и лирическую героиню, но я всем доказала, что я сильный боец и готова идти до конца, не сбавляя своих оборотов. Только тоненькую нить, только как.
Радикулит не поврежден. Давайте поблагодарим этот веселый коллектив. Бал-карнавал насекомых. Вадик, мы просто это самое претендуем на Кабароду и Академию. Я видел, как скакала новоиспеченная цикала. Ну что ж, друзья, шоу «Фантастика». Кто-то ведет, кто-то выступает, кто-то поет, танцует, а кому-то это либо нравится, либо не нравится. Наше жюри. Дмитрий Маликов. Дарья Мороз. Александра Рябино. Димон Пухляш Красила. И неподражаемый, самый честный и самый веселый Телек. Тише, люди! Сегодня праздник у насекомых вообще. Что это было? У кого была свадьба? У моей подруги Золушки. А, у да. Золушки была свадьба. Наконец-то! Поздравляю! Уже пошли первые корпоративы. Выступление на свадьбе. Поздравляю, это прорыв. Мы вообще все пропустили, извините. Мы с Димой все, мы так увлеклись. А можно повторить, мы обещаем сидеть? Подождите, вот прекратите этот балаган! В конце концов. Ты думаешь, я не видел, как ты постепенно в своих танцах подбираешься к Маликову? Это моя следующая точка! Он весь номер вот так просидел, только бы не ко мне, только бы не ко мне. А ты потихонечку... Он вот так должен Саша, в домике сидеть. Он так и сидел. Мне просто каждый персонаж предлагает выступить с ним на сцене, и я уже просто потихонечку собираюсь обойти всех, чтобы уже исполнить эту мечту. Дмитрий, выходите на сцену, давайте вместе потанцуем. Иди сюда. Мечты сбываются. Я человек слабохарактерный, позовете, я приду. Так, Миранда, вы можете крылья как-то вернуть? Материализовать. Красота, красота. Вот это красота. Теперь ты и твоя очередь. Дима. Похоже? Боже самый мой, это, большой, а крылышки маленькие. Это великолепная красочная так моль. Так бывает, Телек, так бывает. С такими крылышками. Моль и бабочка на одной свадьбе. Мы готовы. Так, ну... Давай, тамада, вещай. А вы хотите, чтобы ваша свадьба была? Да. Да? Ну хорошо. Властью данной мне. Подожди. Как обычно, этот корабль судьбы отправляется в увлекательное путешествие по мирам. Наконец-то моя мечта исполнилась. Да, ты примешь эти часы, о Миранда. С удовольствием. Смотри, передумал, часики-то спрятал. Она забрала, это работа такая. Это человеческий фактор. В программе часы будут на мне. Все, я проверю, приду, обещаю. Да, готовы ли вы лететь по этой жизни, пока какая-нибудь свеча не разлучит вас? Да. Эта карета по имени Любовь отправляется от причала по имени Фантастика и уносится пегасами куда-то в страну насекомых. И уносят меня, и уносят меня. И дальше. Я надеюсь, что наша встреча продолжится мне. Не была ошибкой. Но на самом деле совет да любовь. Ура! Но, я не знаю, нужна какая-то ложечка дегтя. Чего не понравилось? А разве меня не хватило сейчас этого дегтя? Нет, ты наоборот был прекрасен. Дима, мне кажется, прекрасен. Что вам есть действительно... ложка дегтя от нашего края стола. Да, мы да. Ты не ложка, ты поварёшка дегтя. Мне не хватило немножко вокального как бы развития. Вот было пару фраз таких, Миранда, где вы здорово показали вот эти вот виртуозные владения голосом, но мне кажется, что либо фактура самой песни не дала вам такую возможность сделать, либо какие-то другие ограничения. Развернуться, мне не да? хватило, немножко вот такого именно вашего вокального развития. Спасибо, а мне еще не хватило
также и пластического развития вашего Миранда, потому что действительно прекрасный, прекрасный балет, но вы там были вот в этой карете наверху, а мне, конечно, хотелось, чтобы вы тоже чуть больше двигались. Подождите, Даш, но на самом деле она очень хорошая подруга, потому что выпендриваться на свадьбе подруги и перетягивать одеяло на себя, это моветон. Она вела себя сдержанно, ничего, потому ничего, что праздник-то не у нее. Ничего подобного. Подруга уже выходит замуж, а у нас Миранды еще есть варианты. Близок финал. А у нас близок финал. Дорогая моя, не слушай их, они все брехню. Говорят, ты красивая, классная. Спасибо. У меня. Очень, очень замечательная. Ты мой жучок, паучок. Ты посмотри на него. Телек, скажи, твоя реакция, какова на все происходящее? Комсомолк, спортсменка, наконец она просто красавица. Да. Точно. Вы очень стройная, вы очень очаровательная, вы очень гибкая. Мы хотим видеть вашу пластику. Удачи, Миранде. Продолжаем фантастику. Оказывается, в некоторых странах запрещены фильмы о путешествиях во времени. Это считается неуважительным отношением к мировой истории. Представляю, как бы в тех государствах удивились, если бы узнали, что для некоторых посланцев других миров перемещение во времени не фантастика, а документалистика. И один из таких путешественников, уверенно, движется в будущее, как минимум в рамках нашего проекта. Загадочный сталкер. Сталкер странствует по эпохам. Но когда он поет, в реальном мире время останавливается. Быстро завоевал кредит доверия от жюри, но он в полном объеме расплачивается по счетам своим талантом. Чувствует силу своих способностей и умело ею пользуется. Один из фаворитов проекта. Я всегда был уверен в том, что музыка лечит, а танец вообще лучший антидепрессант. Натанцевался от души. Органика есть во всем. Вы, безусловно, лидер этого шоу. Очень крутой аватар визуально. Мне очень нравится стилистика вообще киберпанка. Крутое исполнение. Жюри считает меня потенциальным победителем. Мне, конечно же, очень приятно. Но я не буду расслабляться раньше времени и продолжу выполнять свою самую главную миссию – делать этот мир счастливее. Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. Тишиной сводит с ума, и опять не уснуть в доме пустом. Тихо, саваном белым вьюга, дом мой укрой. Засыпаешь где-то, но не со мной. Где-то там, в тишине, входит февраль. Ему, как и мне, там, вдалеке, никогда не поймешь. Где-то там, не со мной, так и не узнаешь ты. Кружи, белая вьюга, тихо, будет сильно.
домою кровь. Детка, ты засыпаешь. Тишина должна быть в библиотеке. А я обратил внимание, Вадим Павлович, что вот Дмитрий Юрьевич даже слезу пустил. Я просто восторгаюсь и завидую белой завистью такому божественному голосу. Да. Спасибо огромное. Для меня большая честь видеть вашу реакцию, слышать реакцию зала. Я надеюсь, что телезрители тоже это оценят. Большое спасибо вам за ваш теплый прием. Спасибо. Прием действительно теплый, не будем этого отрицать, но не возникает ли у вас вопрос, почему это вот время идет куда-то назад, библиотека, эти буквы. Мне показалось, что, знаете, когда люди вот заначки ищут в книгах там какие-то, куда же это засунуло вот эти вот... Чтобы жена не увидела заначку, настоящую заначку. Вот именно, вот мне показалось, что именно так. А вот эти часы, которые там вращались, шли, это что, можно сказать, что... Время истекло у некоторых наоборот, участников нашей за чтением программы. Нет, нет, нет. Но он же передвигается например. Сквозь время, конечно, он бесконечный. Конечно, я же путешественник во времени. Это и же его знаете, тема главная. Книги, хорошие книги, как и хорошая музыка, имеют свойство бессмертия. Поэтому читайте и слушайте хорошие книги и музыку всегда. У меня есть реакция на все это. Давай. Так, так, так. Душераздирающее зрелище. Класс. По поводу вьюги, я хотел спросить, а часто ли на вас влияют погодные условия какие-нибудь? Да нет, конечно, коленки у меня в норме, суставы в порядке, в принципе, это я влияю на погоду. Ага. Но перемещение во времени, честно говоря, не очень-то сказывается на опорно-двигательной системе, поэтому, конечно, уже не 16 лет. Я хочу, знаете, что сказать? Мне выступление, голос, песня, все безумно понравилось. Это было очень круто, очень феерично. Спасибо. Это как раз тот случай, вот с вашим аватаром, когда дар, талант превращают технологию в искусство. Это получается искусство. Спасибо. Я полагаю, все мы видим, то есть, ну, и жюри согласится, что ты один из хедлайнеров нашего проекта. Кого ты лично считаешь своим основным соперником? Ох, какой интересный вопрос. Наверное, Роза Марковна, скорее всего, судя по баллам. Так, давайте поблагодарим нашего дорогого героя. Спасибо огромное всем. Пожелаем ему удачи. Удачи. Спасибо, пока. Наша программа не только развлекательная, но и образовательная. Как считают ученые, у людей в возрасте больше шансов написать книгу или что-то изобрести. И не потому, что у них много свободного времени.
Дело в смене рабочего режима и правильном его распределении, и также распределении сил. Этому факту есть подтверждение и в нашем проекте, друзья. На сцене фантастики следующая героиня, даст фору любой молодежи. Самая яркая пенсионерка в мультивселенной. Роза Марковна Кляк. Роза Марковна Кляк искренне считает, что ей здесь нет равных. И многие с ней согласятся. Весь сезон крепко держит жюри и зрителей в своих кружевных перчатках. Не дает усомниться в своем превосходстве ни на секунду. Даже не пытайтесь предсказать ее поведение. Она всегда готовит для вас сюрпризы. Всем встать! Роза Марковна идет! Танцы на столе жюри – это, конечно, что-то новенькое. Но согласитесь, не только же я должна удивлять жюри. Пусть и они меня порадуют. Роза Марковна, так вы нам скажите, за что вас судили? За угон? И за угон чего? Бэтмобиля? Бэтмена? Я вообще не при делах. И, кстати, вопрос, почему вы не встали? Какие-то проблемы с ногами? Что происходит? Я просто потерял дар речи. Роза Марковна, не катались ли мы с вами когда-нибудь на мотоцикле? У нас с вами, Данечка, все еще впереди. Мадам Кляк – это искра и буря в виртуальном мире. Мы с ноткой безумия идем прямо к цели. What are you looking at? Нравится, смотрите внимательно, это я, да, да. Come on, fall. That's your body, move to the music. Hey, 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 come on, fall.
Роза Марковна! Роза Добрый Марковна! Добрый вечер! Всем наша приветики, звезда. Добрый вечер! Роза Марковна! Ну, Роза Марковна, это, как всегда, волшебно. Во-первых, приятно, что Роза Марковна исполнила композицию Мадонны, то есть помнит свою одноклассницу. Ну, зачем же вы так? Я явно в лучшем состоянии, чем... Про кого вы там сейчас говорили? Про вашу одноклассницу, Роза Марковна. Почему же такой весьма скромный наряд? Мне хотелось более дерзкого. Моя бусинка, ну сегодня за дерзость явно отвечаете вы, впрочем, как и всегда. Да. Не смею вступать в такую жесткую конкуренцию. Спасибо. А я вообще-то скромница, но помните, что в тихом омуте, сами знаете, кто водится. Роза Марковна водится. О, да, Роза Марковна. Роза Марковна, по поводу наряда, там даже телек уже там, видели, что он вытворял? Уже там и так, и вот так, уже не знал, как там. Мы с телеком роскошно зажгли. Я танцевал танец вок, по крайней мере, пробовал. Ведь это же так и называется композиция Мадонны вок. Это такой жанр танца. А какие вы еще жанры танца, Роза Марковна, знаете, а? Мой хороший, вообще я, конечно, сильна в других вещах, но мне достаточно знать Диму Красилова, а он знает все о танцах. И это вызов. Я вызываю тебя на батл. Вау! Я видела, что ты тут устраивал. Ты просто лучший. Так что, может, девочка моя, для тебя все что угодно. А мы просим дроп. Дима, покажи нам дроп. Покажи дроп. Я вот только что хотел похвалить Розу Марковну за то, что... Покажи дроп. Роза Марковна. Девочка моя, я только что хотел похвалить тебя, потому что ты это сделал настолько классно, что я думаю, не буду выходить, дабы в грязь меня никто не втоптал. Но раз уж ты сама затеяла эту игру... А давайте Дима Красилов будет нам что-нибудь показывать, какой-нибудь жанр танца, а мы будем пробовать повторять. Давайте. Ребята, это мастер-класс, бесплатный, между прочим. Встаем, повторяем. Встаем мы все вместе. Да, встаем. Все. А музыка-то будет? Вставай. Фанаты готовы? Встаем. Все. У всех движений есть название. Например, вот мороз, вот ребенок, вот они меня обнимают. Это знаешь, как у меня руководительница на КВН говорила? Вешаем белье, вешаем белье. Постирали, постира. Вешаем белье, вот вешаем белье. Готова. Постирали, постира. Ты только что придумал хит. Приготовились. Я уже все постирал. Возьми у Сашки, у нее много. Давайте, 3, 4, погнали. Вешаем белье, постирали, вешаем белье, постирали. А теперь смотрим вдаль. Где же? Вот он. Вот и все, и просто. Ребята. Смотрите, даже Дмитрий Юрьевич Маликов встал. Всего-то с уставами. Роза Марковна, ребята, я не знаю... Пока сложно сказать, кто одержит победу в нашем шоу, но то, что вы станете прекрасной командой аниматоров где-нибудь на курорте Краснодарского края, это действительно так. Браво! Дмитрий, спасибо вам, Майя. Хватит полоскать белье на первом. Все. Спасибо. Майянка любимая. Вот сегодня благодаря красивому постиранный отсюда уйдем. Любимый внук Розы Марковны. Отчаливает за свое место, ты хотел сказать. Спасибо большое, да. Но тогда, собственно, Богом и уйду. И поплыли. Роза Марковна, помогите откатить его. Помогите. Давайте. Все. Давайте послушаем нашего уважаемого телека. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Нет,
так понравился этот номер. Вок, Мадонна. А еще я знаю, что Вок — это журнал. А, уважаемая Роза Марковна, на обложке какого журнала вы бы хотели показать свое лицо? М? Ой, ты мой хороший, такой любопытный. Всегда самые каверзные вопросы задаешь. Ну, давай начнем с самарской рыбалки в качестве рыбы твоей мечты. Ну, вообще, я не против любой обложки, главное, чтобы не крокодил. Я все-таки думаю, что это будет журнал «Техника молодежи», потому что вы молодая, Роза Марковна, и техника исполнения у вас замечательная. Пожелаем удачи, Розе Марковне. Благодарю. Как всегда, просто преклоняю. Всем чао. Ну, вы готовы двигаться дальше, друзья мои? Талант, он как цветок. Если его не поливать, может зачахнуть. В этом плане у следующего артиста нет никаких проблем. Он сам и цветок, и полив, можно сказать. Поэтому талант у него неисчерпаемый. Море зрительской любви становится только больше. Бутон! Бутон! Кайфует от того, что делает, и делает то, что в кайф. Несмотря на то, что состоит из воды, может зажечь по полной. На проекте появилась примета. Если бутон на сцене, значит будут танцы. С любыми трудностями справляется хорошим настроением. Бутон сумел продемонстрировать несколько своих секретных фишечек. Я вообще могу быть разного размера. Хоть маленьким, хоть могу быть суперогромным. Вот так. У бутончика опять цветы распустились по рукам. Позитивный настрой и вера в себя – это именно те качества, которые доведут меня до победы. Впереди самое интересное, и я уверен, все обязательно получится. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно завонишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно днем или ночью. Это нравится мне. Нравится мне, когда мы смотрим с тобой фильмы, хоть они и дебильные, и даже во сне. Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула и меня даже продуло. Но мне плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Но мне никогда не будет скучно с тобою. И даже в твою честь планету открою. А когда она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится мне с тобой на заднем ряду целоваться, и ты не вздумай меняться. Нравится мне, что можем максимум 5 минут ругаться и только 2 обижаться. Нравится мне не замечать расстояний, когда так тянет, это нравится мне. Нравится мне с тобой на кухне и ванной, даже рухнуть с дивана, да. Но мне плевать, если я заболею. Я сам себе поставил банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Никогда не будет скучно с тобою. Я даже в твою честь планету открою. А когда она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится с тобою из дома сутки не выходить. Я хочу тебя любую. Тебя всю ночь буду.
каждый новый день пусть заварится впечатлениями. Плевать, если я заболею, я сам себе поставлю банки с умею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже твою часть планету открою. Квартире ходишь, yeah, baby. Моя любимая бутоньерка. Ну, наконец-то! Наконец-то она вырвалась и ко мне сюда добралась. Красотка! Поедай. Открой личико, а? А ты, смотрите, какая во всей красе моя бутоньерка. Она не перестает называться. Я, кстати, заметил, что они похожи, как две капли живительной влаги друг на друга, да? Ах, юморист! Я даже не совсем понимаю, чем у них там мальчики и девочки отличаются. То есть до этого тебя не смущало ничего? Подожди, во-первых, сам номер, вот это вот «Долой трусики и майки, мы с бутоном на Ямайке». То есть, это, во-первых, это будет первое... Первое ноги-шоу на Первом канале. Разве можешь себе вообразить каплю в какой-то одежде? Нет, вы в своей естественной конечно, среде. Конечно, живительная Но влага. Но что я хочу подметить, это как же вы утерли нос всем своим соперникам? Вывели, это же дуэт. Сказать, подмогу. Это же дуэт. Даже, мне кажется, дуэтом это не назвать. Это самый настоящий семейный подряд. Я чувствую, к финалу, Вадик... Я думаю, к финалу у нас тут уже и маленькие бутончики появятся, да, мне кажется. Они будут тут бегать вокруг и что-нибудь тоже подпевать папе и маме. Да, я хотела отметить... А я хотела отметить иронию. Я, например, несколько номеров по ней очень скучала. Это тоже ваша прям стихия. Вы романтичны, но вы ироничный персонаж. По-моему, самый ироничный на нашем проекте. Могу, умею иногда. Это было супер. Мне все очень понравилось. А я считаю, что бутон, так сказать, такой запрещенный приемчик сегодня вот, употребил. Вот, я согласен. Да. Кое-где... Да, потому что привлечь, так сказать, вот такую серьезную поддержку, я считаю, что остальные участники на следующую передачу тоже имеют возможность и право каких-то, так сказать, себе взять помощников. Конечно. Кстати, это отличная идея. Дим, то есть ты предлагаешь дуэты на следующую эфир? То есть вы хотите делать дуэты, чтобы сражаться? Нет, ну, например, это вообще возможно? А почему нет? Если бы они были не жидкими, то можно было сказать, что он привел свою вторую половинку, а так он привел свои вторые пол-литра. Давайте, Сашечка, поговорим непосредственно с нашей дамой, с нашей героиней. Ой, она смущается, она стеснялась. Здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно не публичное лицо и очень стесняюсь. А вы знаете, что если его так слегка шлепнуть, она станет фиолетовой? Смотрите. Так, моему не надо шлепать, не стоит этого делать. Вадик, я смотрю, тебя уже отшлепали-то весь фиолетовый. Подождите. Уважаемый Бутон, а у меня вопросы вот к вам. А если ты, Бутон, уже получил свое счастье, ты получил свой самый главный ценный приз, бутоньерку, может, тебе и не стоит бороться за главный приз нашей передачи? Нужны ли может тебе 3 миллиона? Может быть, ты сейчас возьмешь ее и уйдешь отсюда счастливый, а? Телек, ну как же так? А как же свадьба? А как же квартира? А где нам жить? Мне нужна победа! Нам нужна победа! Только победа! Поэтому давайте пожелаем этой замечательной паре
или по отдельности. Я не знаю, как вы будете шагать дальше на нашем проекте. Удачи! И любви! Спасибо! Любви! Спасибо! Молодости! А красота у них уже присутствует. Путик, пойдем! У каждого участника на нашем проекте свои задачи. Кто-то хочет обрести любовь, кому-то нужно заработать денег, а кто-то просто выходит и кайфует. Единственный представитель семейства мяукающих, чей голос хочется слушать еще и еще, тоже здесь. Это кот! Хищник, в венах которого течет настоящий рок-н-ролл. Любые испытания в сезоне воспринимает как вызов и личную проверку. Решительный настрой и твердый характер помогают справляться с конкуренцией на проекте. Не стоит гладить его против шерсти. Он умеет за себя постоять. Я первый кот на нашем шоу, да и, по-моему, в мире, кто вообще сделал рэп-композицию. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Песня крутая, хит, но сегодня было как-то не по-настоящему. Сегодня не самый удачный выход, не самый удачный номер нашего котика любимого. Но я буду исправляться, буду тогда стараться превозносить что-то новое для того, чтобы удивлять вас. Светило тоже хочет спать.
бродить по сказочным мирам. Телек, как тебе? Феерично. Мы увидели номер тра-та-та, тра-та-та и про звездные врата. Привезли к нам кота. Да, еще в этом номере использовалась настоящая космическая центрифуга, которая используется в подготовке космонавтов. Котяра молодец. Объясню, почему. Котяра молодец. Потому что... Мне нравится настрой этого члена жюри. Он взял классную песню. Я считаю, вообще конец 90-х, это такой рассвет российской поп-музыки. Конкретно 99-й год. Да, это группа Hi-Fi, когда еще не появился Wi-Fi. И когда еще... Когда еще... В группе Hi-Fi не наступил Хаен. Мне очень понравилось, что коту удалось в эту аранжировку, так сказать, поп-музыку, да, добавить немножко такого гитарного, рокового драйв звучания, это. Драйв. И она приобрела очень хороший такой классный, она тебе очень идет. Спасибо огромное. Котик. Как долго ты учился играть на воображаемой гитаре? У тебя так идеально получилось, что я... С детства, как и большинство других котиков. Я просто хочу курсы взять, сколько стоит, скажи. Брат, все просто. Ну, на воображаемой гитаре играют все с детства, в основном мальчики. А вообще ты сам... У меня просто только балалайка была в детстве. Я тебя не хочу расстраивать, но это не балалайка. А то, что ты, Дима Красилов, показал, это не балалайка, это балаболка. Смотри, учту замечание. Дима, я могу тебе дать пару уроков игры на несуществующей гитаре, но с тебя невидимые струны. Вот купишь хорошие, приезжай, я тебя научу. Смотри, что есть. А? О, где ты взял? Не поверишь, я как знал, заехал в магазин в невидимый до этого. Лови! Невидимые струны незаконные. А ну что, натяни. Котик, а почему у тебя так вспыхивает шерстка? Вы не забывайте, Даша, что это цифровые сущности. Это первый в мире кот, который управляется мышкой. Вот с блютусом. Причем не просто мышкой, просто... крыской Лариской, Розы Марковны Кляк. А может быть, просто завелись электронные блохи. Я не знаю. Прости, пожалуйста. Слушайте, а ты можешь вот так взять сейчас и куда-то исчезнуть, запрыгнуть в эту машину времени? Да. Магия. Опачки! Котик, вернись! Кармальник, посмотри по-любому там. Кис. Где он вообще? Кис. Фокус удался? Удался. Мы видели, как кот меняет свое амплуа. Пожелаем ему удачи в финальной части нашего проекта. Тра-та-та, тра-та-та. Проводили мы кота. И едем дальше. Фантастика. Хотите увидеть наших героев прямо в вашей гостиной? С помощью технологии дополненной реальности вы можете прямо сейчас вызвать любого участника шоу к себе домой. Скачивайте приложение «Фантастика» в любом магазине приложений и увидите наших фантастических персонажей у себя дома. В некоторых легендах говорится, что русалки бездушны. Они красивы, но на самом деле не испытывают никаких чувств к тем, кто будет ими очарован. Но из любого правила есть исключение. Наша русалка искренне полюбила мир людей, а мы полюбили ее. Это большое сердце, женственность и трогательность. Встречайте сладкоголосую сирену!
Сирена. Морская обольстительница с буйным характером. Ей подвластна не только любая стихия, но и любой музыкальный жанр. За время проекта обзавелась статусом секс-символа. У жюри до сих пор нет версии, кто скрывается за этим чарующим образом. В прошлом выступлении, как мне кажется, удалось показать себя во всей красе. По крайней мере, я очень старалась. Вот настолько свободно все сегодня звучало, вот эти все мелизмы. Не могу не отметить этот новый цвет вашего хвоста. Меня вот папа на рыбалку зовет. Я думаю, что этот номер моему папе бы очень понравился безумно. Мне понравилось. Я бываю абсолютно всякой. Бываю злой, бываю веселой, бываю доброй, нежной, бываю страстной. Потому что мне кажется, что перемены — это ключ к успеху, и я готова меняться и пробовать себя в разном амплуа. Вот мы и побывали на морском дне города. Здравствуй, здравствуй, Сирена. Здравствуйте. Но такого хвоста мы еще не видали, да. Я обожаю вас, когда вы в воде, и все-таки ваша стихия — это вода. Там вы раскрываетесь, нас окутываете. Я очень рада, что вы в этот раз опять оказались внутри. Я считаю, что я была очарована. Восприятие номера для, ну, для человека определяется уровнем, есть мурашки или нет мурашек. Да. Знаешь, вот он... Уже не первый раз, Дмитрий, мы это слышим. Да, потому что у меня от сирены мурашки, я не скрываю. Здесь прохладно. Мне очень понравилась идея номера, именно потому что это, в общем... то, про что наше шоу. Это да. Про то, как мир виртуальный, в данном случае мир морской, он как бы входит в мир реальный, он влетает в этот город, он соединяется. И до последнего не было понятно, соединятся ли эти два мира, но потом наш мир утянуло туда, к сирене, и это было очень красиво, и мы также, притянутые вашим прекрасным голосом, которого я абсолютный поклонник, мы также к вам готовы были взлететь вот туда, в ваш прекрасный мир. Ну а как вам вот эта реклама морепродуктов там? Прекрасно. Я люблю, когда в номерах у сирены появляются дельфины и всякие разные морские сущности. Это так всегда красиво. А здесь была элегантная большая черепа. Здесь была медуза и черепа. И медузы все были. Судя по прекрасному номеру, который мы с вами могли заметить, произошла любовь, и если вам вдруг понадобится человек, который проведет вам свадьбу, я с удовольствием это сделаю. Ты все устраиваешь в личной жизни, пользуешься служебным положением. Крутимся, метимся как можно. Дима, ты себе свадьбу проведи, Дима. Вы так хорошо двигаетесь, Дмитрий, вы настоящий русал, пожалуйста. Но пока что я себя ощущаю буйком. Вы себя недооцениваете. Пухляш появляется, значит, в большом пузыре красивом таком мыльном, да? Еще в большем пузыре. Еще в большем пузыре. Куда больше? Пузырь как... пузыре, это такие. Вот. У нас неограниченные возможности. На шоу, и он проплывает, и она поет. Я вспомню, что между нами было, хотя от тебя пахнет хозяйственным мылом. Ну вот, наконец-то мы нашли вам песню. У меня остается ощущение, что я где-то вот прям очень-очень слышал этот голос. Вполне возможно, на одноименном шоу Первого канала. Голос, скажите, пожалуйста, вы там не участвовали? Такой прямой вопрос. Знаю, если вы меня где-то слышали, возможно, вы дельфин? Возможно, я вам передала свои ультразвуки. Кем он только не был у нас вообще. Я вам теперь являюсь во всех снах. Телек, прошу. Вот она, рыба моей мечты, вот она. Но только я не ясь. Не ясь. Но сейчас на сцене происходило такое, что мне это напоминало какой-то суп с морепродуктами. У этих людишек даже слюни потекли, у меня чуть короткого замыкания не было. А еще я хочу сказать, что эту песню Макс Фадеев, написав ее в 2007 году, посвятил своему родному человеку. А вам, Сирена, кто-нибудь посвящал песни когда-нибудь вообще? К сожалению, пока никто мне не посвящал песен.
Так, придется заняться этим творчеством. Срочно. Я жду от вас, Вадим, я жду эту песню от вас. Я думаю, что Дима Маликов окружит вот так творческое пространство мурашками своими. За музыку я отвечаю. Слова Вадима Галыгина. Договорились. С меня слова, с вас музыка. Песня для Сирены будет написана. Спасибо. Я желаю удачи, как и все наши зрители. Великолепной Сирене. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы немного отдохнули, размялись, перезагрузили некоторых участников и уже готовы удивлять вас дальше. С фантастикой, возможно, многое. Не удастся только соскучиться. Продолжаем. Кого у нас только нет в проекте «Фантастика». Есть даже участник, которого на самом деле практически нет. Он соткан из звездной пыли, творческих флюидов, ну и немного пафоса там под ярким плащом тоже есть. Не знаю, зачем ему 3 миллиона рублей, все равно же пустит их на воздух. Но шансы получить их у него на данный момент 1 к 8. Фантом! Фантом! Самый противоречивый и своеобразный герой проекта, за время которого были и яркие взлеты, и громкие падения. Оставляет после своих выступлений множество вопросов и неоднозначное послевкусие. Но кто знает, может, это и есть его стратегия. В прошлый раз мне удалось разыграть свою шахматную партию. Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться. Мы наяву живем, а не во сне. А я все не могу никак проснуться. Как отметила жюри, это был один из самых красивых номеров. Мы наконец заметили, что сила света у вас присутствует под плащом. Мне интересно, вы догадались, кто это? Я примерно догадался. Но мы узнали. У нас есть версии. Шах и мат ставить еще рано. Уверен, что сделаю еще несколько очень важных и красивых ходов, которые, надеюсь, приведут к победе. Как же я мог так обидеть тебя?
Только не беги, только не молчи, больше так. Тысяча причин, чувства были правдой. Так обидеть тебя. Больше так, тысяча причин, чувства были правдой. Так обидеть тебя. Так обидеть тебя. Только не беги, чувства были правдой. Браво! 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 Очень красиво! Что вы говорите, Даша? Браво! Я говорю браво! Браво! Вот все, мне кажется, да. Говорим браво. Так это браво. Надо не говорить, а кричать браво! 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 Вот это пространство, которое здесь было сначала создано, потом оно трансформировалось, мне сразу вспомнился фильм «Начало», потом это все распалось на молекулы, и случилось то самое чудо, красоты, ради которого, наверное, все это делается. Я всю жизнь мечтал поиграть на виртуальном рояле летающем. Это моя мечта. Ты украл мою мечту, Фантом. Но вот мы тут с ребятами советуемся, и, конечно, еще пока нельзя. И как бы какие-то предположения. Почему реальные нельзя? Можно? Можно? Всегда вот, можно. Это было правдой. Вот эта вот строчка. Вот я в этой конкретно строчке услышал интонацию моего тезки Димы Колдуна. Угу. Вот, кстати, я поддерживаю, потому что я услышал, когда он ушел, типа, это было правда, я только скажи, туда ну да, ушел. Да, вот эти вот ноты, это, да. Но, вы знаете, но это просто предположение. Колдуны, не... все колдуны очень коварны, поэтому они могли вас тут околдовать, заколдовать. Вообще, слушайте, каким невероятным образом Фантом у нас из такого, из строптивого мальчика превратился в какого-то невероятного романтического героя. И уже второй, метафизического героя, который тоскует о несовершенстве Наш проект вселенной. Меняет персонажей к лучшему, Сашечка. Это правда. Меняет. Это правда. Вы посмотрите, было же видно, что начинался номер в какой-то однушке, где-то там на границе трех миров, а потом он, видимо, выплатил свою эту плазменную ипотеку и уже улетел сюда, видите, в наше пространство, где... Кстати, где был снят побольше. Этот номер? Все говорят, что он там сотворяет миры. Вот это же шоу, в котором каждый может быть волшебником, да? И вот Дима сказал, что у него была мечта сыграть на виртуальном рояле. Вот сейчас я осуществлю мечту Димы. Хотите? Да! Вот сейчас я скажу заклинание, и на сцене появится виртуальный рояль. Не может быть! Яма-яма-яма-яма! Хей! Выходите, Дима! Дамы и господа, у виртуального рояля Дима Маликов! В нашем шоу «Фантастика» сбываются самые невероятные мечты. Спасибо за предоставленный инструмент. Друзья мои, мы уж, не знаю, все косточки отсутствующие перемыли нашему дорогому Фантому. Давайте его отпустим. Пусть он летит во свояси и готовится к следующему выступлению. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Фантастика.
что эта участница каждый раз демонстрирует на нашем проекте ни в сказке сказать, ни пером описать. Хотя, как раз-таки в русских сказках такой красавицы и не хватает. Смотрите, есть Елена Прекрасная, есть Василиса Премудрая. А добавим-ка еще и Екатерину Сладкоголосую. Катя, третий будешь? На сцене великолепная Катюша. Катюша. Девица-красавица, которая по советам жюри давно отложила кокошник в долгий ящик. Видит цель, не видит препятствий. Она по-детски непосредственна, по-взрослому принципиальна. В ее адрес сыпалось много критики, но она поступками доказывает, что ее место на проекте не случайно. Каждый раз после моего выступления у жюри есть свои замечания. В хореографии прибавило очень. Есть ощущение небрежного исполнения. В первом куплете особенно. Круто, что вы обретаете смелость. Пока что она такая, эта смелость, на мой взгляд, половинчатая. Это самый танцующий аватар. Помните? Я хотел ворваться, понял? Вот с этим типа. Да. Ночь, что за пьяная свобода. На этот раз я решила, что я буду прислушиваться к своему сердцу, и я буду получать еще большее удовольствие от нахождения на сцене.
Давайте разбираться. Во-первых, я всегда отмечаю, какой у Катюши прикольный макияж. Помните, я как-то в самом начале спрашивал, как красятся аватары. Я вот до сих пор поражен, как она меняет, собственно, вот все свои вот эти вот мейкаповые дела, если так можно, да, назвать. Девочки тут поймут. Вот образ меняется, и мне кажется, что в этом есть своя прелесть. Скажите, Катерина, как вам удается все время становиться более открытой, более свободной, более смелой, я бы даже сказал? Ну, мне же хочется вас удивлять, тем более каждый раз вы находите какие-то новые замечания ко мне, вот, и хотелось бы, чтобы вы однозначно говорили «все прекрасно». Вот мне кажется, что сегодня тот самый случай, когда наконец-то танцевало все жюри. Это действительно так! Русские девчонки самые храбрые, самые смелые и могут абсолютно все. Вадим Павлович, а еще... Да, телечек, да, я дорогой. Знаю, эта песня о беззаботной и горячей юношеской любви. Автор песни поет «Как жаль, что это было только во сне». А вам, уважаемая Катюша, вам снятся вещи и сны? Скажите, пожалуйста. Бывает частенько. Я же волшебница. Мне кажется, многие мужики сидели и думали, вот бы мне такую коробку. Надоело, там же вот жена, хлоп, закрыл крышку. Вообще, Катюш, я должна сказать, что я... Честно про вас думала и думала, что, ну правда, ну где-то, наверное, мы, может быть, к вам иногда бываем чрезмерно строгими. Излишне, это правда, да, излишне да, строгими. Да. Вы еще в тот раз так расстроились, и я что-то потом так расстроилась и думала об этом. И классно, что вы правда очень разная, вы меняетесь. Круто, что вы, с одной стороны, ориентируетесь на то, что мы говорим, с другой стороны, слушаете саму себя и... И хулиганите. И это здорово выглядит. И, правда, не судите нас строго за то, что мы бываем строгими к вам. За то, что вот. Мы судим вас строго. Мы вас судим строго, а вы нас не судите. Очень красиво выпросили, да. Пожалуйста, не будьте строгими к нашему строгому жюри. Строго-настрого запрещаю судить строго друг друга. Вот это зато доказывает, что аватары тоже люди. И у них есть человеческие эмоции. Что ты на самом деле думаешь по поводу Катюши Телек? Замечательно. Поразительно. Гениально. Вот такой он наш друг высокотехнологичный. Но я думаю, что советовать мы Катюше уже не вправе ничего. Абсолютно. Потому что она перевыполнила вообще все ваши хотелки, все ваши пожелания. Делайте, что хотите. Да. Вот в самом деле. Ждите. Вот что вам по кайфу, вот то и делайте. Чтобы вам тоже было по кайфу. Катюша, иди с Богом, делай, что хочешь. Да. Я тут разгадывал кроссворд, друзья, и осталось всего одно слово. Поможете? Жанр и творческий метод, характеризуемый использованием элемента необычайного и нарушением границ реальности. 7 букв. Что? Да, это фантастика! Мы снова здесь! Все фантастические номера на сегодня завершены. И прежде чем наше жюри приступит своему очень сложному делу, давайте еще раз посмотрим самые яркие моменты сегодняшней программы. Когда встал новый день, такой же, как и всегда, я улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не о тебе, я позабыла все так легко. Засыпаешь, деда, но не сама.
Стали банки с умею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобой. Я даже знаю, через планету открою. А когда она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится мне, что ты голая по квартире ходишь. Все участники затаили дыхание, ведь начинает работу наше жюри. Им нужно сделать свой выбор, оценив каждый удивительный номер этого дня с помощью баллов. Максимальная оценка 8, а минимальная, как вы догадываетесь, 1. Когда все оценки, включая баллы телека, суммируются, на этой сцене вновь окажется персонаж, набравший наименьшую сумму. Каждый из членов жюри вынесет свой вердикт. Известный это человек или начинающий музыкант. Если вы угадаете, что за цифровым образом стоит звезда, вам придется назвать ее имя. Вот если хотя бы у одного из вас будет правильный ответ, чары развеются, и мы увидим этого человека воочию. И он, увы, покинет проект. Ну что, своими волшебными пальцами наши члены жюри распределили судьбы героев, участников на сегодня. Давайте же посмотрим, что получилось. Да. Итак, Бутон у нас на первом месте. Сталкер Роза Марковна наступает Бутону на его волшебные голенькие пяточки. А вот Фантом сегодня оказался в нижней части таблицы. Итак, слово телеку, дамы и господа. Спасибо, Вадим Павлович. Мои оценки. Да. Роза Марковна, 8. Сталкер, 7. Миранда, 6. Бутон, 5. Сирена, 4. Катюша, 3. Фантом, 2. Кот, 1. И таким образом, с учетом голосов, которые отдал за того или иного персонажа наш телек, мы имеем Розу Марковну Кля,
и Бутона. На первой, соответственно, второй строчке расположился Бутон, но это все равно одинаковое количество баллов. 33. А в нижней части таблицы находится Фантом. Давайте пригласим Фантома на сцену. Что это происходит, но это действительно так. Он перед вами, Фантом. Наша задача запутаться, не знать, кто там внутри. А в вашем случае, Фантом, увы, нам кажется, мы точно знаем, кто скрывается за вашим аватаром. То есть вы точно знаете, что человек этот... Суперзвезда. Да, суперзвезда. Да. И готовы хором назвать его? Да, в принципе, да, готовы. Да, 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 и мы хотим готовы его назвать. Телек, и ты с ними? Да, вот сейчас я солидарен с этими человечишками, да. Мы можем взяться за руки, как одна дружная семья. Конечно, они могут сейчас и ошибиться, на что я лично очень надеюсь. Итак... На 3-4. На 3-4. 3-4. Дмитрий Колдун! Как это? Не пугай нас, пожалуйста, нас. На самом ваша деле... Ваша версия понятна. Ваша версия принята. Не томи, не томи. Но... Сохло в горле. Да. Я видел, как улыбнулся Фантом. О, это невыносимо. А если это шаман? А если это Мия Бойко? Вы сказали, что это Дмитрий Колдун. Да? Все вместе видели? Да! Возможно, все вместе и ошибетесь. Нет! Но чтобы это узнать, я должен отправиться за статуэткой. Дорогой Фантом, я думаю, что у тебя есть что сказать нашим членам жюри. Дорогие члены жюри, дорогие зрители, я немножко опечален тем, что все-таки стою здесь практически в дверях. Фантом, нужно уходить на пике. Красиво. Ты сегодня сделал эту пику максимально острой. Это правда. Спасибо. Ну какие же вы люди, удивительные существа, у вас есть чему поучиться. Так что спасибо вам большое за ваши уроки жизни. Для того, чтобы мы поняли... правы члены жюри или ошибаются, я приглашаю Фантома сюда ко мне, на платформу. Мне остается только произнести эти заветные слова. Пусть все виртуальное станет явным! Неповторимый Дима Колдун! Дима! Дима! Дайте пять! Кто молодец? Мы молодец! Кто молодец? Мы молодец! Дмитрий Колдун. Белорусский певец, который стал широко известен после победы в проекте «Фабрика звезд». Победитель Дмитрий Колдун! Благодаря своему творчеству и участию в музыкальных конкурсах, он стал одним из самых успешных исполнителей в Белоруссии. Почему ты не со мной? Почему? На сегодняшний день у Дмитрия уже 5 сольных альбомов. Он продолжает выпускать песни, которые попадают в хит-парады не только у него на родине, но и в России. Абсолютно необычный, удивительный проект. Конечно, сразу примерит на себя вот этот образ такого сказочного персонажа, настолько оторванного от действительности, очень сложно. Поэтому, возможно, где-то
я давал какие-то осечки, потому что ты должен отвечать не только за себя, но еще за своего персонажа, думать, как он. Я показал то, что я мог в образе Фантома. Я ни о чем не жалею. Надеюсь, зрителям понравилось. Дима! Дима! А раньше Фантом кричали. Кричали Фантом, да. Это знаешь как? Это в стародавние времена редко увидишь, чтобы простой народ так колдуна встречал. То есть, а сейчас вот на фантастике это возможно. Первый раз такое случается в моей жизни. Только что ты вершитель судеб, создатель, можешь позволять себе все, что угодно. Превращать кого-нибудь, во что-то, можно да? даже кого-нибудь наказать своей палочкой. А сейчас стоишь на этой сцене, вот такой же, как и ты, как все мы, обычный человек. И это, конечно, настоящая магия. Спасибо большое создателям этого шоу за возможность почувствовать себя героем мультфильма или какого-то фантастического триллера. Это очень здорово, это очень трогательно, очень дорогого это стоит. Я думаю, что за этим будущее, и, ну, у меня нет слов. Это настоящая фантастика. Спасибо, Валя. Огромное количество людей много трудилось для того, чтобы у нас все получилось. Ведь все здесь творится только ради того, чтобы, включив телевизор, вы восхищенно сказали: «Это фантастика!» Меня зовут Вадим Галыгин. До скорой встречи, дорогие фантазеры!